сегодняшнем видео мы расскажем, почему Путин не заедет в Армению. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, не является ли этот жест пренебрежением российско-армянских отношений. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе о всех новостях Армении. Поехали! Обязательно досмотрите это видео до конца. В прошлом центральноазиатском турне Владимира Путина только 3 страны из 5 – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения в графике главы государства не значилась. Российский президент отправился в масштабное турне по центральноазиатским странам. За 2 дня он посетил 3 столицы. Армения не вошла в программу центральноазиатского турне главы Российской Федерации. Совсем не по политическим причинам. Не стоит воспринимать это как пренебрежение российско-армянскими отношениями. Просто у лидеров двух стран недавно уже была встреча в Москве. И в скором времени намечается еще одна, но уже в Армении. Как вы думаете, стоит ли принимать эти слова всерьез или тут все-таки задействованы политические причины? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Заместитель председательства правительства Российской Федерации во время недавней пресс-конференции рассказал о недавнем визите премьер-министра Армении в Москву. Напомним также, что президент России Владимир Путин принял приглашение Николы Пашиняна и уже по официальным данным к осени должен посетить Армению. Но в ближайшие полгода он точно не приедет в Армению. По словам премьер-министра Армении, во время визита Путина планируется подписание нескольких договоров. Пашинян отметил, что стороны уже работают над соглашениями по газу, по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, военно-техническому сотрудничеству. Известно, что предварительно встреча в столице Армении намечается осенью 2019 года. Будем надеяться, что Владимир Путин все же выполнит свое обещание и посетит Армению в скором времени. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!